насколько вы довольны или недовольны вот приемом Республики Карелии? Нет, мы довольны приемом, хорошо нас принимают, спасибо. Нас поселили в комфортных условиях, мы проживаем. Ну вот у нас загвоздка пока с документами, с оформлением документов. А вот все-таки о комфортных условиях, что вы называете комфортными условиями? Ну, когда мы приехали только в Россию, мы жили под открытым небом в палаточном городке. Ну а здесь у нас двухкомнатная получается как квартира, все удобства, поэтому нам здесь хорошо. А скажите, вот иногда прорываются в средствах массовой информации недовольство беженцев. Вы слышали о такой теме? Не знаю. У нас, по-моему, я не слышала. В нашей группе у нас все довольны своими условиями, все довольны тем, как с нами работают, как нам предлагают работу, оформляют документы, все довольны. Я не слышала таких. У вас есть претензии к России, что вы вот живете в общежитии? Никаких. Мы очень благодарны, мы очень рады, что вы нас так приняли. Вы для нас все заботитесь. Вы для нас все. Я никуда отсюда больше не уеду. До самой смерти. Я туда не поеду. Вы хотите сказать, что у нас будут проблемы, как с вами быть, когда закончится война? Да? Я не поеду. Вы отсюда не собираетесь уезжать? Никуда я не поеду. Туда, до этих фашистов. А что он сказал? Он говорит, там бабахают, поломали. Поломали дом. Поломали дом твой? Да, поломали. Ой. Мы поломали комком и Якубич, и Егу, и машины. И машины поломали? И камбуси, и чики камень, и бабки, и кам бабахаю сина-сина, а больше бабахаю еще. Света, чего сказал Андрюша? Больше бабахает, там бабушка осталась. Больше бабушка, там больше бабахает, и Вера бабахает больше. Спасибо большое правительству Российской Федерации, спасибо жителям города, приняли хорошо, оказывают помощь и содействуют и с детьми содействуют, и в нашем трудоустройстве содействуют. Живем очень хорошо.